Дмитрий Валерьевич, поделитесь, пожалуйста, вашим видением сегодняшней игры. Хорошая игра, я думаю, в исполнении обеих команд. Хорошая футбольная атмосфера, но, к сожалению, удача сегодня немножко от нас отвернулась. Потому что в начале матча имели два стопроцентных момента, но не смогли реализовать. И пенальти, конечно, немножко так, не спутал карты, заставил нас раскрываться, а мы прекрасно понимали, что «Факел» очень любит быстрые атаки, и где-то уже приходилось идти ва-банк, оголять зоны, и появилось пространство у игроков «Факела», но, тем не менее, нам не удалось отыграться. Был ли соблазн, как «Нефтехимик» неделю назад отдать «Факелу» мяч? Мы и планировали, не планировали встречать высоко, потому что я же уже сказал, что мы проанализировали игру «Факела», им нужно пространство. Но гол, который пропустили с пенальти, все-таки вынудил нас открываться, и как раз-таки это уже на руку было больше «Факелу», чем нам. Сработали ли замены? Замены усиливают игру, свежие игроки выходят, понимаете, если игрок выходит и забивает, конечно, легко говорить, что замена сработала, но не забил, я думаю, что они полезный объем работы сделали, но единственное то, что не хватало остроты в завершении и не получилось забить.